Сегодня мы попробуем выполнить ачивку. Точнее, получить все 4 ачивки. Let's see how much cash you had left over after package. Great. That should be more than enough. Now let's get started. Так. Нам нужны все 4 ачивки, то есть от Trash and the Gang до Porsche Pizzeria. Окей. Сразу берем это. В принципе, все. Теперь погнали. Чтобы взять. Окей, пока так. Окей. Кто-нибудь еще? Кто-то вот такой вот. И вот это отлично. Теперь нам нужен баскетбол. Ту-ту-ту-ру-ру-ру.
найс. Да, походу придется еще два раза. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Окей. Нам не хватает буквально чуть-чуть. Найс, конечно. Счет по токену.
Еще раз. One more. Ачивки, я думаю, мы с вами... А, нет, не сможем. Окей. Первая ачивка готова. Первый день. Отлично. Так. Вот это возьмем, чтобы не было риска, потому что он нам не нужен. Теперь нужен Орвилл. Орвилл стоит у нас 4000. Так что здесь у нас будет Мистер Хакс, а здесь у нас будут вот эти вот ребята. Отлично. Так, ну в принципе, и вряд ли мы уже что-то сделаем за этот день. Сомневаюсь. Целого, наверное, не будем брать. Так. Надо прям подумать. Это план разработать, но нам нужен Орвилл. Да. Да, нам просто нужно иметь на Орвилла. Надо еще что-нибудь купить. Чисто как бонус. Your restaurant is now officially open. Awesome.
Great job. Nice. Congratulations on... Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Вот так вот быстренько все скипаем и идем дальше. Маловато. Лол, Egg Baby. Egg Baby, это если мы будем Insanity получать. Insanity концовку. Но у нас с вами не тот забег. Да. Блин. Да ладно. Какая-то. Ну, блин. Типа, можно в этом видосе... Нет, я разделю все-таки это на отдельные видосы. Просто этот забег идеален. Вот просто идеален этот забег для того, чтобы просто взять и инсейнить и концовку получить. И лоркипера показать. Потому что все, что нужно для лоркипера, у нас по сути есть. То есть это Fruit Maze, Ulti Maze, Midnight Motorist, и нам нужен Security Pet. Так, сколько нам это получается? Ну-ка. Окей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну что, нам получается, нужно сыграть 5 раз. Погнали. Могло быть изи 21. Получается еще два раза. Тут чуть-чуть не долетел. Ну окей. Все, last one. Отлично.
где бой? Просто шикарно. Вы просто посмотрите на этот риск. Так что Лефти за место тебя будет... Ой, блин, кого я сам? Орвилл за место тебя будет. 22 тысячи, 6 токенов у нас даже осталось. А теперь нам нужен L-чип, которого мы с вами купим. А Мюзикмена? Мюзикмена, в принципе, можно выловить. Отсюда. Так, и Кайскинг. Эгг Бэйби. Инфинити сертификат, если он нужен. А, я его в конце сделаю. Окей, я его сделаю в конце. Блин, Security Puppet, такой шанс. Черт. Сейчас просто двух аниматроников к себе отпустим. Не есть хорошо. Окей. Рип. Да что ж такое? Два токена. Ну, может, повезет? Пожалуйста, пожалуйста. Фак. Нужно риск весь убрать. Короче, сейчас проходу у нас будут все аниматроники, да? Как весело-то. Security Puppet. Ну я должен все-таки это сделать. Все. ГГ. Ну, мы хотя бы сможем закупить все, что нам нужно, чтобы побыстрее с ними справиться. Так. Что ж такое? Окей. Погнали, ребята.
никому не нравится реклама. Стоп, аниматроник один? Нам повезло? Или все-таки их тут больше? Слышал. Кш. Ушел? Он ушел? Ну да, он ушел. Походу реально только один. Это Лефти. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Return Inquisitor 160, у меня даже не было их столько в прошлый раз. Неплохо. Найс. Так, ну получается продолжаем. Спонсоршип нам не нужен. My God. Ну хоть бы 15 000. Да что это такое? Ну уж прям даже на стриме везло лучше. Отлично, отлично. Фантаймчика мы с вами выбили. Найс. Music Man.
Блин. Серьезно, настолько не везет. Кабздец. Киберплохо. Так, что я хотел сделать? Gravity Vortex. Можете его попробовать все-таки? Зигмен и Альчип. У них накопить, наверное, проще будет. Окей. Аниматроник один. Окей. Мы ее в самом конце получим. Ну, типа, нажму это в субботу, так сказать. Мне кажется. Вроде ладно. Отлично.
Before you is... Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Реально, мне повезло. Все эти риски от покупки предметов в Markdown, они не привели аниматроников. Гравити Вортекс придется брать. Так, надо только с вами 10 тысяч. Просто думал вот эту штуку взять, а потом вспомнил, что там всего лишь по 1000 дается. А для нас это маловато. Гравити Вортекс там можно до 83 тысяч. То есть это будет 8300 за полноценную игру. Но это сложно. То есть как бы, давайте купим. Давайте купим, потому что все равно типа деньги-то некуда девать. Отлично. Давай, Music Man. Да что ж ты будешь делать-то? Стоп, это какой день? 3, да? А, четверг, окей. Да что ж ты будешь делать-то? Хватит. И пошлите графику Gravity Vortex. Надеюсь на что-то более удачное. Что это за бред? Да. О. Это хорошо. Вот это очень хорошо. Но теперь нам нужно как-то копить на Эльчибо. Лучший вариант это, возможно, Gravity Vortex. Ну, если мы не будем так тупо сливаться, конечно. Что? В
Кто-то как-то вообще прям Unreal. Прям реально Unreal. Неплохо. Блин, конечно, за прохождение было бы вообще зашибись. Блин! Жесть. Просто жесть. Вот это слишком RNG. Так, окей. Беда. Чипов вроде неоткуда выловить, так сказать. Возьму. Так уж и быть, возьму.
Мне неспокойно. Я не слышу. Он ушел? Или... Нет. Ушел. Звук я не слышу. Что? Их двое? Кто-то еще здесь? Кто еще? Здесь уж вроде никого и не может быть больше. Before you is an animatronic. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Так. Ну, собственно. Принимаем это. Так. Если я сейчас вам покажу еще и Lore Keeper, это получается 7, то есть мы за 3 токена должны управиться даже за 3 токена. Вау. То есть это не фейлить вообще. Может попробуем пройти? Плес ранжи. Что я могу сказать? What the fuck? Не, да ну вас. Желательно эту игру вообще пройти. Thank you.
Просто мда, просто мда. Блин. Просто я бы хотел сейчас лоркипер вам показать. А для этого нужно символ. Что с фокс? Типа, я даже не понимаю, как это. Ух! Черт. 3000 бы. Да, Gravity Vortex подвел. Ну давайте еще раз. Пофиг на лоркипер. Жесть какая-то. Как я это все вышло? Найс. Продвижение, что я могу сказать. Черт! Чуть-чуть осталось. Надо пару флоп что-нибудь сыграть.
какой-нибудь фастовый, ну-ка. А ну. Хотя, что я говорю про фастовый, давайте еще раз. Мы сделали это. Ну, давайте security папе-то покажу. Здесь вообще появляется зеленый. Я не понимаю, просто мне ни разу не попадался. И, собственно... Вроде сейчас что-то должно быть. Вот, все наконец-то. Четыре, оказывается, раза. Это кобздец. Все, сейчас Уильям приедет и убьет. Быстрее беги. Тот самый момент из мини-игры FNAF 2. Нифига себе.
Нифига себе так-то. Деньги посыпались. Короче, чтобы получить Lore Keeper, вам нужно посмотреть, пройти вот эту мини-игру, которую вы, собственно, видели. Нужно три раза пройти вот этот вот Fruity Maze и в Midnight Motorist поехать вниз. Ну, скорее всего, все знают, но типа чисто так для тех, кто не знает. Ну и давайте посмотрим Insanity концовку. И закончим. It's only now that I understand the depth of the depravity of this creature, this monster that I unwillingly helped to create. As if what he had already done wasn't enough, he found a new way to desecrate, to humiliate, to destroy. As if the suffering wasn't enough, the loss of innocence, the loss of everything to so many people. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose, and used in ways I never thought imaginable. He lured them all back, back to a familiar place, back with familiar tricks. He brought them all together. Are they still aware? I hope not. It keeps me awake at night. I could make myself sleep, but not yet. Not until I undo what he has done and heal this wound. A wound first inflicted on me, but then one that I let bleed out to cause all of this. He set some kind of trap. I don't know what it was, but he led them there again. He overpowered them again, and he robbed them of the only thing that they had again. I don't know how those tiny breaths of life came to inhabit those machines, but they will never find rest now, not like this. I have to call them all back, all of them, together in one place. Congratulations! You went somewhere you weren't supposed to go, saw something you weren't supposed to see, and prevented a tidy resolution to a messy problem. Needless to say, you're fired. But before you go, take this certificate of insanity. We're giving it to you to ensure that no one believes you, and to ensure that we can promptly replace you without incident. There is a truck waiting for you outside. Take care. Ну все. Все четыре ачивки были получены. Insanity концовка была получена. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.